steps rearward, and when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tyre equals more grip, so make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. Потому что я не хочу стартовать на суперсофте. Ну, потому что тогда надо будет переодеваться на медиум, а я не хочу на ехать на медиум. Софт, я так поеду. Три подстопа я точно не поеду. Мне в чате подсказывают. Три я точно не поеду. Ой, три, говорю, два. Не имею в виду два. Просто три резины, ну, два подстопа я просто неправильно посчитал. Хоть где-то. Не, у меня по-любому выйдет, поэтому отлично. Отлично. Так вот, я и хочу. Я хочу, чтобы меня выбили. Я стартовал на софте. Первый промежуток еду на софте, и последний на суперсофте. Я так и хочу. Хватает на целый круг, можно даже напрямой включить иногда обгон. 5 минут to go. СС выдержит. Я всю старт-финиш проезжаю на четвертом режиме. То есть я вот выезжаю из ДТС-ки, проезжаю вот эту кочку, на которой тебя может развернуть, включаю обгон и еду до поворота на обгон. Включаю пятый.
all personnel be aware, car leaving. Кажется, или у Витренко красивый шлем? Я просто сейчас шлема рассматриваю остальных. Нет, гонки даже не будет. Гонка будет в такую же погоду, как и... как и квалификация. Олег, видимо, решил нас кинуть. Так, у Петренко микрофон, он то ли плохой, то ли сломался, я не помню. О, я уже не в десятке, отлично. Я 11-й, отлично. Вот на 11-м месте мне бы сейчас остаться. Это вообще было бы идеально. Офигеть. Это... Вот это поворот. Я говорю, блин, всем и всегда нужен, блин, нужна быть связь. Вообще не важно, говорили вы заранее или не заранее, потому что ты вот, ну что, он ехал за тобой, он же не понимал, что ты от него хочешь, точнее, что ты хочешь понимать. Поэтому вообще связь. Просто говорить там заранее гипидстопов или что-то такое, это вообще не представляет. Так, меня еще может выбить Ягупов. Нет, не может. Витренко, он вроде тоже не на быстром. Или что это такое? Да, он явно в боксе. Все, меня никто не выбивает. Я 12-й. Стартую на софте. Вообще шикарно. Да, все, квалификация закончилась. Олег какой? Не посмотрел.
да, он 8-й. Но он на софте. Он, видимо, он, по-моему, когда ты его выбил, он ехал на софте, по-моему. Ну зато я переквалифицировал своего напарника. Уже 1-1 счет. Ну не вы, а я, потому что я тут только один из турроссера, потому что я только что объяснил, что у Витренко плохой микрофон. Как он мне объяснил. Поэтому я с ним не сижу на связи. Я сижу на связи с своей старой командой, с Макларом. А Олег, я не знаю, почему Олега тут. Наверное, у него есть свои причины. Okay, the first lap is always a bit hectic. Make sure you give other cars a lot of room. We don't want any problems. 27, да. Твою мать! Давай сейчас меня еще. Да. Да не то, что ломиться, я сейчас влетел в чувака, потому что он поехал, а потом затормозил.